Стелл, что это такое? Белл, ну ты вот обезьянка мамина. Что? Что ты делаешь? Басик в басике. Красота. Нам причем выезжать пора, кстати. Белла, на рукоделочку поехали? Нет. Не, поехали. Нет, Белл, все. Не волнуй. Микс с Беллой сегодня были на рукоделочке, сплели такие браслетики. Молодцы. Белла тоже сплела и теперь сидит в телефоне. Да, Белла? Умнички. Что у нас? Открытые рукоделочки. Что надо заказывать с 4:30 вечера? Конечно же, завтрак. Мить, что ты себе заказал? Белла. Кому-то 40 лет исполняется. Это был прикол вообще. Корпоратив. Теперь я знаю, как отмечать свои 40. Мадам. Через 2 недели в твой день рождения. Куда будет туса? Туса! Красавчики мои, какое вкусное мороженое, скажите, да? Какой вид красивый из окна. Ой, засвечило. Мам. Да. Вот так долго этого ждали. Наконец-то дождались. Боулинг открыт. Мы так долго ждали этого. 3 месяца без игры в боулинг. Это было тяжело. Еще и бильярдик. Красота. То чувство, когда ты один в боулинг играешь. Это так прекрасно, ребята. Как хорошо. Обычно тут столпотворение. Супер. Кого нет? Всем доброе утро. А мы сегодня с Беллой едем в школу. У нас сегодня репорт дэй у ресепшн класс. И будем вручать, нам будут вручать итоговые оценки. Вот, так что пожелайте нам удачи. Погодка у нас сегодня шикарная. Уже 25 градусов, время 9:30 утра. Вот такая вот у нас красота. Белла. Что с лицом? Пришли в школу получать репорт. Посмотрим, какие у Беллы оценки. И тогда будет ясно, да, Белла? Получишь ты? Ты подарок. Гунайдин. Или нет? Давно мы не видели с тобой школу, да? Красивая. Еще и пустая. Соскучилась по школе? По своей учительнице соскучилась? Mm-hmm. Как ее зовут? Помнишь? Mm-hmm. Правильно. Заходи. Белла, are you ready? Ready? Ну что, вот где твой репорт? Белла, что надо сказать? Стоп. Thank you. Thank you so much. Белла, в ресепшн классе нету оценок итоговых. Только рекомендации на лето и все. Ну как ты считаешь, ты заслужила подарок? В конце учебного года. Да. Ой, как уверенно сразу заговорила. Скажи по-английски. Yes. А если вежливо? Yes. Please. Yes, please. Окей. Уговорила. Кто заслужил подарок? Что надо за мамечкой делать?
Спасибо, мам. Пожалуйста, все было. Учись хорошо. В следующем году ты уже идешь в первый класс. Это уже серьезно. Принцессе также подбираем к дню рождения туфли. Красота. Выбрали пока что вот такие сандалики. Как вам такие? Вот такие туфли было бросить.